Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся во Флориде, в Делрей Бич. Сейчас подъезжаем к K1A и поедем по ней. И я хочу вам показать красота, какая нас окружает. Мы поедем из Делрей Бич в Бока-Ратон. Дорога недолгая, но очень красивая. Смотрим, наслаждаемся, комментируем. Есть какие-то вопросы, пожалуйста, поставьте комментарии, постараюсь ответить всем. Вот мы выехали на дорогу, которая называется A1A. Это та же дорога, которая идет практически через всю Флориду, она идет по воде. Справа дома, которые, они стоят, их backyard, их задняя часть выходит на интеркостал. Это такой канал, которым, в принципе, по этому каналу плавают, ходят яхты, кораблики, катера и так далее. Слева от нас это дома, которые стоят на океане, прямо на пляже. Сколько эти дома стоят, вы можете сами себе представить. Ну, тут не только дома, тут еще и клубы. Клубы, кондо, все, что вы готовит хотите. Стоит. Люди занимаются спортом, ходят, бродят, на велосипедах катаются. Вот по этой дорожке, велодорожке справа и слева мы с ребятами ездим часто на велосипедах, на дорожных велосипедах. Вот мы въезжаем в город, уже называется Highland Beach. Это уже следующий Highland город. Beach, это... Да, Любочка, кушай. Кушай, Вероника, кушай. Наша младшая сзади. Доча наслаждается тоже этой дорогой с нами. Если вы не в курсе, у нас трое детей. Да. Вот постоянно идут строительства громадных домов. Тут очень красиво и днем. Вот этот интеркостал, о котором я говорил, он справа. Вот этот канал, он судоходный, но частные небольшие судна, суденышки, катера, яхточки по нему ходят. Слева же океан. Пока что его не видно, потому что слева все застроено. Вот сейчас видно хорошо интеркостал. Покажи, пожалуйста. Вот вода. Вот можно даже, наверное, заехать и паркинг. Полицейский полный стоит. Ну, все, мне-то полицейский чего. Паркинг лад полный, просто неохота заезжать. Тут всегда стоят полицейские, смотрят за порядком. Потому что в наших городах самое большое, что худшее, скажем, что может случиться, это авария. Авария на дороге. А здесь, на A1A, на этой дороге в основном авария происходит с велосипедистами и так далее. Вот это вот самое страшное, что может произойти здесь. А так районы хорошие, спокойные. Криминал практически ноль. Ну, бывает. Бывает, бывает всякое. Во Флориде у каждого есть право на хранение и на ношение оружия. Но это уже будет следующее видео. Это будет следующее видео, как получить оружие, если вы живете во Флориде. Кому обратиться, кто дает курсы на русском языке, мы это выложим позже. Вот, кстати, говоря о происшествиях, что-то как раз произошло слева. Мы сейчас будем проезжать, посмотрим, что. Okay, so don't eat it. Смотри, Ника, вот пожарная, смотри. Полиция стоит, смотри, что-то Ника, случилось. Fire truck. Наверное, какая-то авария. Да, 100%. Скорее всего, авария. Вон, по-моему, дядя въехал в клумбу, что ли. Тебе видно? Нет, непонятно. Если вы заметите, некоторые люди у нас еще ходят в масках. Да, это... Что-то... велосипедиста сбили. О-о. Да-да-да, велосипедиста сбили. Давай, говоря, проезжать. К сожалению, вот я как говорил, как чувствовал, что самое худшее, что может на этой дороге произойти, это кто-то собьет велосипедиста. Да. Положи рядом с собой, Ник. Так как я тоже велосипедист, это для меня
Окей, просто положу. Трагедия, когда кто-то попал, велосипедист другой попадает в аварию. Это страшно, конечно. Вот эта дорога, тут очень красиво. Увы, аварии случаются. Как я говорила, все ходят в масках. Сегодня хорошая погода, несмотря на то, что некоторые последние пару дней было довольно-таки холодно. Мама, кормила уже пчела. Вот это Highland Beach Club. И вот через несколько минут мы уже будем въезжать. Жарко. Кстати, вот тут вот мы когда... У нас зона отдыха, когда мы ездим на велосипедах, мы тут... Пункт назначения. Мы здесь отдыхаем, ждем друг друга, кто отстал. На машины, то здесь практически все машины очень дорогие. Здесь люди живут абсолютно не бедные. Ну, кроме нас, как говорится, которые приехали посмотреть, показать. Мы так, не в счет. Вот велосипедисты едут. Кто-то на профессиональных дорожных велосипедах, кто-то на горных велосипедах. Вот лучше обратите внимание на новые постройки, которые стоят очень много денег. Серьезно. Эти стоят на океане. Они очень красивые. Ну, если, конечно, у вас есть деньги, почему бы и нет, как говорится. Ну, даже если их нет, к этому можно стремиться. И мы совершенно всегда за. Нет предела. Да. Мы тоже стремимся. Мой муж уже несколько лет работает над 2 миллионом. Потому что 1 миллион не сложился. С первым ничего не получилось. Мамочка, ключи иглы. Подожди секундочку. Вот еще возьми. Я не могу, я впереди, а ты сзади пристегнутая. Я тебя кину. Нет, я не могу кинуть. Нет, я близко кину. Я не поймаю, я не умею ловить так далеко. Вероника, я сейчас остановлюсь специально, чтобы тебе игру включить. Ты хочешь это, да? Нет, мы уже почти дома. У нас мороженое тает. Кстати, о мороженое. Мы только что были в нашем любимом магазине. Называется Trader Joe's. Вы, наверное, многие все знаете об этом. А многие и нет. Ну, то, что это наш любимый магазин, не знает никто. Да. Вот океан, покажи слева. Вот про это я говорил, что все эти дома, они прямо выходят на океан. В принципе, и все. Мы сейчас сворачиваем в сторону дома. Вот океанчик. Мама. А нам домой. Пока-пока. Всем хорошего дня.